Здравствуйте, я Берт Ланкастер. Действия союзников во Второй мировой войне разрабатывались этими тремя людьми. Уинстоном Черчиллем, Франклином Делано Рузвельтом и Иосифом Сталином. Всего через несколько часов после вторжения нацистов в Советский Союз, Рузвельт и Черчилль объявили о том, что их страны поддержат Советы в борьбе против Германии и сделают все необходимое для победы над Гитлером. Большая тройка встречалась дважды, в Тегеране в 1943 году и в Ялте в 1945. Когда советские, американские и английские солдаты вместе сражались со своим общим врагом, руководители их стран сотрудничали для того, чтобы закончить войну и обеспечить мир для будущих поколений. Результатом усилий Союза была встреча советских и американских войск на Эльбе в Германии. Наш фильм «Союзники». Неизвестная война. Ведущий рассказчик Берт Ланкастер, художественный руководитель проекта Роман Кармен, адаптация сценария Род МакКьюин и Фред Винер, исполнительный продюсер Исаак Клайнерман. «Союзники». Эта встреча называлась конференцией на высшем уровне. В те дни такое выражение было новым. Перед камерами демонстрировались улыбки и доброжелательность. Но репортеры уходили, а проблемы оставались. Эти три абсолютно разные личности были представителями совершенно различных обществ. Английский аристократ, всю жизнь убежденный антикоммунист. Американский аристократ с демократическими взглядами. Сын сапожника, лидер партии советских коммунистов. ,1941 год. В начале 41 года нацистская армия оккупировала Европу, почти нигде не встретив сопротивления. Казалось вполне вероятным, что Германия сможет получить мировое господство. Затем появился план «Барбаросса» 22 июня 1941 года. Целью нацистов были Ленинград, Москва, затем уничтожение советского государства и полное порабощение советского народа. Русский народ поднялся, чтобы отразить удар нацистов, призвав всех на защиту Родины. Эта война сразу же стала Великой Отечественной войной. По всему фронту протяженностью 1800 миль пылала русская земля. В Лондоне Уинстон Черчилль сказал англичанам, что теперь они не одни. Сегодня в 4 часа утра Гитлер совершил нападение и вторгся в Россию. Он сделал это со своим обычным вероломством. Гитлер – безнравственное чудовище. Ненасытное в своей жажде крови и страшное в своем ослеплении. Мы будем помогать всем людям, всем государствам, сражающимся с Гитлером. Поэтому мы должны оказать России и русскому народу всю необходимую помощь. Двумя днями позже президент Рузвельт объявил, что Соединенные Штаты окажут помощь России, хотя Америка еще находилась в состоянии мира.
1941 году для многих людей в мире Советский Союз был неизвестен, и немногие знали о том, что советская страна занимает 1/6 поверхности суши на Земле, в 3 раза больше территории Соединенных Штатов. Когда в Ленинграде рассветает, во Владивостоке уже наступает вечер. Земля богата природными ресурсами. Это плодородная, сильная и необычная страна, население которой говорит почти на 200 языках. Летом 1941 года в Москву прибыл специальный посланец Гарри Гопкинс, один из ближайших помощников президента Рузвельта. Весь мир задавался вопросами о Советском Союзе. Падет ли он? Сможет ли одержать победу? Гопкинс пришел к заключению, что Советский Союз готов к долгой и упорной борьбе. Месяц спустя Черчилль и Рузвельт встретились на борту крейсера у берегов Ньюфаундленда. Результатом этой встречи стала Атлантическая хартия, в которой отражались военные цели западных союзников. В течение нескольких месяцев Соединенные Штаты обязались вступить в войну против стран гитлеровской коалиции. Менее чем за 1 год Советы выполнили огромную задачу. Они перебросили промышленность со своих западных территорий на Урал, в Азию и в Сибирь, вместе с миллионами советских рабочих. К концу 1942 года эвакуированные заводы работали уже на полную мощность. Весь этот жестокий год сокрушительная мощь военной нацистской машины громила Советский Союз. Некоторые из первых англо-американских поставок проходили через Ближний Восток, через Иран, а затем через горные перевалы на юг России. За всю зиму Соединенные Штаты оказали солидную помощь Советскому Союзу. Эта помощь составила, по советским подсчетам, 4% промышленного производства Советского Союза. Существовала другая дорога, через Аляску, через льды и тундру на русский арктический север. Русские пилоты приезжали сюда, чтобы перегонять американские истребители и бомбардировщики по новому и крайне тяжелому воздушному пути.
Существовал и третий, самый опасный путь — Мурманский порт. Большую часть пути у конвоев не было защиты с воздуха. Снизу караулили немецкие волчьи стаи подводных лодок. Сверху нацеливались самолеты Люфтваффе. И если корабль тонул, спасались немногие. Вода была смертельно холодной. Весна 1942 года. Лондон получил известие о прибытии некоего мистера Брауна из Москвы. Это был Вячеслав Молотов, народный комиссар по иностранным делам Советского Союза. 26 мая Молотов и представители Англии подписали англо-советский договор о союзничестве. Молотов провел аналогичные переговоры в Вашингтоне и увез с собой из Америки такое же соглашение. Надо было ослабить натиск чрезвычайно сильного противника открытием Второго фронта в 1942 году. Союзники понимали, что Второй фронт необходим. Вопрос заключался только в том, где, когда и каким образом. Рузвельт больше, чем Черчилль, был настроен ускорить это событие. Оба они знали, что наступление с моря на оккупированную Гитлером Европу будет чрезвычайно трудным. Черчилль имел свои основания для отсрочки. Он боялся, что потери будут такие же, какие Англия понесла в Первую мировую войну, из-за которой он был частично ответственен. Как объясняли его сторонники, Черчилль не мог рисковать. Черчилль сам боялся сообщить Сталину новость о том, что России придется пока воевать без Второго фронта. Русские восприняли бы это как нарушение союзнических обязательств. Потребовались все дипломатические способности Аверила Гарримана, чтобы как-то смягчить ситуацию. Дело было не в отсутствии симпатии к Советскому Союзу. Демонстрация английских рабочих – убедительное свидетельство этому. Советы направили необычного посланника дружбы в Нью-Йорк. Снайпер. Она уничтожила более 150 немцев.
Перед вами лейтенант Людмила Павлюченко. Людмиле 26 лет. Ее родители дали ей привлекательную внешность и светлую голову, чтобы стать общественным деятелем. Я хочу сказать вам, что мы победим. Нет силы, которая могла бы помешать победному маршу свободных народов. Я русский солдат. Я протягиваю вам, великим американским солдатам, свою руку. Привет, солдаты! Вперед к победе! Лорд Бивербрук, министр английской промышленности. Настал день, когда мы должны вмешаться. Мы должны поставлять продукты и сырье, хлеб и сахар. Мы должны дать солдат, вооруженных танками и самолетами. Надо открыть второй фронт. На этот чек было закуплено медицинское оборудование для Советского Союза. Настоятель Кентерберийского собора постоянно призывал к сбору средств для помощи русским. Элеонора Рузвельт часто выступала на собраниях. Собирались медикаменты и многое другое. И, может быть, самым дорогим и значимым подарком была кровь. Детям, которых американцы никогда не увидят, посылали подарки. Здравствуйте! Мне очень радуется. И надеемся, что русским детям понравятся наши подарки. Всего хорошего. Русские понимали значение английской и американской помощи оружием и продовольствием, с благодарностью принимали ее. Но не она сыграла главную роль. Как сказал губернатор Гарриман, мы делали все, что могли, и все же советские заводы произвели большую часть военного снаряжения, необходимого для войны на Восточном фронте. Английские рабочие проникались чувством дружбы к советским людям на концертах, организованных совместно англичанами и русскими. Уже в 1943 году советское производство намного превосходило то, что могла произвести Германия.
43-й год был годом выдающейся русской победы в Сталинграде, успехов на Кавказе, гигантской битвы под Курском, сражений в многострадальном Киеве и по всему берегу Днепра. «Если дела в России пойдут так, как сейчас», — заметил президент Рузвельт в беседе со своим сыном Эллиотом, «то, наверное, к следующей весне уже не будет никакой необходимости в открытии второго фронта». По словам Черчилля, 43-й год стал решающим годом в ходе всей войны. В Москве гремели победные салюты в честь русских побед. Американские и английские войска высадились в районе Средиземного моря, Северная Африка, Сицилия, Италия. Но это не было тем вторым фронтом, которого ждали русские. Союзники разрабатывали планы вступления во Францию в Лондоне. Русские ждали. Черчилль сконцентрировал войска в Северной Африке под угрозой посягательств немцев на нефть Среднего Востока и захвата ими пути в Индию. Рузвельт был серьезно обеспокоен ситуацией в бассейне Тихого океана и действиями японцев в Юго-Восточной Азии. Главы трех государств встретились впервые в ноябре 43-го года в советском посольстве в Тегеране. Хотя каждый из трех стремился прежде всего служить интересам своей собственной страны, все они искали пути к достижению общей цели – разгрому Гитлера. В частных беседах проводились сравнения, и они были очень болезненны. На каждую немецкую дивизию, сражавшуюся против американцев и англичан, приходилось 10 дивизий, которые вели бои против Советского Союза. Оспаривался также тот факт, что усилия западных союзников отвлекут на себя немецкие дивизии, которые могли бы повлиять на исход сражения в России. Состоялась церемония, которая символизировала их взаимное уважение и дружбу. Меч Сталинграду – подарок короля Георга VI жителям этого героического города. Соединенные Штаты и Англия провели по радиотрансляцию монолога из классического советского кинофильма «Александр Невский». Мы, русские, дети мира. Я, Александр Невский, говорю от имени России, и я всему миру вот что скажу. Если придете к нам с миром, добро пожаловать. Но если придете к нам с мечом и с угрозами, помните старину. Вчера мы еще раз доказали это на льду озера против всей мощи германцев. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. После Сталинграда пришел час возмездия.
Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, манифестация единства и дружбы. Почетным гостем был Андрей Громыко, советский посол в Соединенных Штатах. Он приехал на первое исполнение 7-й симфонии Шостаковича, написанной композитором в осажденном Ленинграде. Дирижировал Леопольд Стаковский. Год стал началом конца Третьего Рейха. Пришло время расплаты. Для советского народа 1944 год стал годом освобождения, годом начала восстановления страны. Для Красной армии 1944 год стал годом превосходства. Повсюду, от Балтики до Черного моря, Красная армия наступала. Она пересекала советскую границу, устремившись к Берлину. В освобожденной республике возвращалась жизнь. Кончился кошмар войны, но жива была память о тех, кто сражался и погибал ради победы. На Украине в течение всего 1944 года существовал маленький островок Соединенных Штатов. Аэродром недалеко от Полтавы. Каждый третий бомбардировщик военно-воздушных сил Соединенных Штатов приземлялся в Полтаве после бомбардировки городов Германии и стран немецких союзников. Б-17 – летающие крепости. Аверил Гарриман, посол Соединенных Штатов в Москве, посетил Полтаву, чтобы присутствовать на приятной церемонии. Американские военные награды вручаются советским летчикам-союзникам.
Американцы привезли в Россию еще кое-что, помимо военных самолетов. Под Полтавой бомбардировщики перезаправлялись и перевооружались с помощью советских техников с тем, чтобы совершить вторую часть челночных перелетов на базы в Италии. По пути они бомбили стратегические объекты нацистов. Июнь 1944 года, Южная Англия. Наконец-то открыт второй фронт. Командование сделало все, что могло. Теперь все зависело от солдат. Они были готовы. Шла армада войск. Крупнейшее военно-воздушное и военно-морское наступление в истории. Полный успех. Сталин прислал поздравления. Пересечение пролива Ла-Манш — это великое событие. Наполеон и Гитлер не смогли этого сделать. Освобождение Западной Европы началось. Теперь многие из них смогли вернуться домой. Через несколько недель танки свободной Франции помогли освободить Париж. В Париже было сформировано новое французское правительство, и Шарль де Голль вернулся после долгих лет эмиграции. Осенью 1944 года Уинстон Черчилль снова прилетел в Москву. Теперь, когда американские и английские войска подходили к Рейну с запада, а Красная Армия собирала силы для последнего наступления на востоке, вопрос заключался уже не в том, можно ли победить гитлеровскую Германию. Этот вопрос был уже решен. Вопрос заключался в том, что делать после поражения Германии. Как для Сталина, так и для Черчилля было ясно одно. Самым мощным государством в Европе сегодня стала Советская Россия. Теперь Черчилль имел дело с новой, бесспорной силой. Прежний баланс сил изменился.
Это были конвульсии издыхающего. За 9 дней до Рождества 44 года нацисты бросились в наступление на Западе. Колонны эсэсовских бронетанковых войск прошли через леса в Арденнах в надежде расколоть надвое наступление союзных войск. 250 000 отборных войск, 15 пехотных и 10 танковых дивизий. До того, как их смогли остановить, они убили и ранили около 77 тысяч американских солдат. Немцы потеряли 120 тысяч человек, 500 танков, 1600 самолетов. Черчилль обратился к Сталину с просьбой о помощи. Совершенно секретно, Черчилль Сталину: «Буду благодарен, если вы скажете мне, можем ли мы рассчитывать на крупное наступление русских на Висле». Сталин ускорил время наступления русских. Совершенно секретно, Сталин Черчиллю: «Принимая во внимание положение союзников на Западном фронте, Генеральный штаб Верховного командования принял решение ускоренными темпами закончить подготовку и, независимо от погодных условий, начать крупномасштабные операции по всему Центральному фронту». год. января 45 года Красная Армия мощными силами выступила со своего плацдарма. Этот год станет последним годом войны. Франклин Делано Рузвельт вступил в четвертый срок президентства. Его семья и многочисленные друзья собрались на церемонию инаугурации. В предстоящие месяцы и годы мы будем охранять прочный мир так же упорно, как сегодня боремся за окончательную победу в войне. Месяц спустя Большая Тройка встретилась во второй раз на освобожденной советской территории в Крыму. Это происходило в Ялте. Одна из улиц этого города до сих пор носит имя президента Рузвельта. Жить Рузвельту оставалось уже недолго. Февраль 45 года, канун последней битвы. Советские войска были у Одера, в 50 милях от Берлина. Американские и английские армии стояли на Рейне. Оставалась одна военная задача – разгром Японии. В Ялте Советский Союз согласился объявить войну Японии в течение 3 месяцев после поражения Германии. Ялта была последней конференцией до атомной эпохи. Главным вопросом в Ялте было обсуждение политических проблем будущего Европы. Возникали и серьезные споры. К концу этого совещания на высшем уровне атмосфера была оптимистичной. Мы все обязались работать вместе после окончания нынешней войны
для того, чтобы обеспечить более счастливую жизнь и рост благосостояния широких масс народа в каждой стране, чтобы народы получили возможность жить в мире, не боясь больше подлой и жестокой агрессии, никогда больше не подвергаясь тяготам войны. Президент Рузвельт выступал перед Конгрессом США в последний раз. Друзья, конгрессмены, американский народ, мы рассматриваем результаты этой конференции как основу для постоянного мира, который мы можем начать строить в надежде на лучшую жизнь для человечества, для ваших и моих детей и внуков, детей и внуков всех народов Земли. Жизнь, которой они могут и должны жить. Долгожданная встреча войск произошла на берегу Эльбы 26 апреля 1945 года. Командир разведгруппы, которая первой вступила в контакт с советскими войсками, Уильям Робертсон. Никогда не забыть радостного чувства, которое охватило нас, когда мы пересекли мост и встретились с советскими солдатами. Это была волнующая встреча, и мы гордились тем, что были там. Все, и американцы, и русские были необыкновенно взволнованы, обнимались и хлопали друг друга по спине, обменивались сувенирами, дарили друг другу часы, фотографии. Мы отметили это событие, пили шнапс, пили коньяк, который был у русских, за здоровье друг друга. Это был настоящий праздник. Все было окончено. Теперь пришло время поздравлений, обмена знаками дружбы, празднеств. Маршал Жуков наградил генералов Эйзенхауэра и Монтгомери советскими орденами победы. За всю войну ими были награждены всего 20 человек. В побежденном Берлине восточные и западные союзники маршировали вместе, как братья. Вспоминает посол Гарриман. Красная армия добилась великолепной победы за счет великих жертв, а русский народ выстоял во всем, во всех страшных испытаниях, которые ему пришлось вынести в Ленинграде и в других городах и селах. Как я уже говорил, мы сражались вместе. Мы с большим уважением относились к свершениям Красной Армии, и я верю в то, что, как сказал маршал Сталин, союзники внесли свой вклад в разгром Гитлера. Я надеюсь, что этот дух сотрудничества между нашими странами, который существовал в годы войны, будет возрожден сейчас во имя мира и благосостояния всего человечества. Уже не отдаются эхом ветры войны, но мы все еще их слышим. Но жизнь идет, растут дети, и поэтому каждому ребенку, который улыбается мне, я тотчас дарю свою улыбку. Для них, для молодых,
Это была действительно неизвестная война. Им трудно представить ее жестокости, ее ужасы. На войне, когда наступало время тяжелых испытаний, даже незнакомцы становились братьями. Неизвестная война. Наша следующая история — битва за Берлин. В конце апреля 1945 года, когда советские маршалы боролись за честь взять нацистскую столицу, для Красной Армии пришло время мести. Последний этап гитлеровского тысячелетнего рейха превратил города в кромешный ад. Это была окончательная битва неизвестной войны. Неизвестная война. Режиссер Нина Соловьева, авторы сценария Игорь Цков и Джон Лорд, музыка Виталий Гивиксман и Рот МакКьюин, слова русских песен Евгений Евтушенко и Булата Куджава, директор картины Фабиан Могилевский, звукорежиссер Игорь Гунгер, международный координатор Роберт Эстес, военный консультант Павел Курочкин, историческая концепция Гаррисон Салсбери. Производство «Совенфильм» и Центральной студии документальных фильмов. Директор ЦСДФ Евгений Козырев, вице-президент «Совенфильм» Александр Суриков, продюсеры Константин Калзер, Исаак Клайнерман, производство Фреда Винера.